осторожно, двери открываются. И даже качественный замок порой не является преградой для вора, тем более если он точно знает, что дома хозяева долго не появится. Число квартирных краж в пору отпусков, как известно, увеличивается. Как правило, злоумышленники выслеживают своих жертв заранее. Находясь в общественном транспорте, в автобусах, в электричках или просто проходя мимо, вслушиваются в разговоры людей и обращают внимание на то, кто, когда и как собирается убывать на период отдыха. Отдел неместной охраны осуществляет охрану имущества различных форм собственности. Это дома, квартиры, дачи, автомобили. Поэтому просим в случае необходимости обращаться к нам за помощью с дальнейшим заключением договоров и постановки своего имущества под охрану. Крайне важно подойти к вопросу защиты имущества серьезно и заблаговременно. Действенный способ оснащения техническими средствами безопасности. Новейшие охранные решения позволяют обнаружить несанкционированное проникновение на объект и выдать на пульт соответствующее извещение. При попытке злоумышленника проникнуть на территорию охраняемого помещения, технические средства незамедлительно передадут сигнал тревога, и группа задержания оперативно прибудет на место. Обращаю ваше внимание, в случае необходимости и рассмотрения вопроса о постановке своего имущества под охрану, обращаться в территориальный отдел Росгвардии, который находится в городе Щелково, площадь Ленина, дом 1. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.